Всем здравствуйте. У нас татушки. Мы уже такие покупали, разные и такие в том числе. От производителя вот Tattoo Me. Называется Monster Set. Это временные тату на несколько дней. Здесь в наборе идет спонжик. Вот написано. И вот такие вот картинки переводные. Вот их. Тут всего 6 штучек. Все они изображены здесь на рисунке. И краткая инструкция, как наносить. Намочить спонжик нужно. Снять защитную пленку с татушки. Пересклонить кожу. А потом спонжиком промочить бумажку. Подождать, пока пройдет 30 секунд, снять ее. Вот и все. Снимать можно просто потерев спонжиком. Либо маслом, можно детским маслом или обычным растительным тереть. Собственно, держатся они нормально первые дня 3-4, 5, смотря как ребенок там моет руки, купается и так далее. Потом можно ее просто снять. Вот показываю поближе, как выглядят эти татушки. Это мы открыли уже упаковку. Вот, раз, два, тут восьминогий велосипедист, даже не велосипедист, а самокатист. Вот этот на скейте, этот с баскетбольным мячом, в общем, все спортсмены. Вот велосипедист. Ну, этот поддерживает настроение, играет на музыкальном инструменте. Ну, вот такой спонжик. Вот тут нарисована водичка. Потом, когда снимаете пленочку, они становятся поярче. Вот. Ну, собственно, все. Обзор на этом закончен. Всем спасибо. Покупайте татушки.